Тем временем главный коп Донецкой области обзавелся новым креслом. Вячеслав Аброськин пошел на повышение. Стал замом главы нацполиции. Примечательно, что не так давно он боролся за место главы ведомства. Но по результатам конкурса вошел только в десятку претендентов. При этом должность начальника полиции Донецкой области Аброськин не покинет. Будет совмещать. Вот только неясно как, ведь с одной должностью он-то не особо справляется. С блокадой не разобрался, при попустительстве его и его подчиненных разорвались Мариупольский нефтеперерабатывающий завод, но несмотря на это идет на повышение. Видимо, крайне предан главе МВД.